Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова. Помимо основного каталога Oriflame, в конце первой недели добавляется дополнительный каталог, он называется Выгода Плюс и доступен всем консультантам, которые в предыдущем каталоге сделали суммарно заказов на 100 баллов и более. И так как каталог в электронном виде, мы его с вами вместе полистаем с телефона, и я покажу продукцию, которой сама пользуюсь, и дам вам рекомендации. Желаю вам приятного просмотра. Каталог Выгода Плюс начнет свое действие 16 января и закончится 29 января. При заказе на 5 бонусных баллов из этого каталога в заказ будет вложен случайный бонус от Oriflame за 1 рубль. Это будет пробник или аромата, помады или крем. На первой страничке нас ждут две подвески. Обратите внимание, первая подвеска идет на цепочке, вторая на шнурке. Мне, конечно, со стрекозкой очень нравится, мне кажется, это такая драйвовая девичья подвеска и более строгая, лаконичный цейонит. Натуральные камни вставлены в эти подвески, потому что это серия Норхен. Классно, конечно, они выглядят, не длинные, всегда обращайте внимание на размер, сколько цепочка, сколько шнурок, мерите по своей шее, в общем-то вы будете иметь представление, насколько глубоко в ваше декольте может погрузиться тот или иной предмет. На следующей страничке нас ждут отличные щипчики для завивки ресниц, сама пользуюсь и могу сказать, что они действительно очень классные. Вот так выглядят щипчики. Нужно поднести к открытому глазу, потихонечку, плавненько прижать. Ресницы должны быть чистые, ни в коем случае не накрашенные. И подержать, вот так сильно сжимая, примерно 20 секунд. Отпускаете медленно, вынимаете щипчики и начинаете красить реснички тушью сразу. Потом переходите на второй глаз. Следующий продукт – тушь с эффектом веерного объема серия On Color. У этой туши классная кисточка, яркая упаковка, у меня оттенок коричневый, она очень пушистая, смотрите какой цвет хороший, то есть насыщенный коричневый цвет, он не в рыжину, такой яркий классный сочный цвет, то есть наоборот не яркий, а спокойный коричневый цвет. Очень удобная кисть, даже для моих капризнейших ресниц она тоже подходит. Следующая страничка — тени для век. Тени удобные тем, что их можно выбрать, например, один оттенок вы берете и вам нужен еще один, выбирайте себе 2-3 оттенка, чем это удобно, в отличие от наборов, то что бывает в наборе большая часть теней не используется. Итак, пробуем. Оттенок называется мерцающий беж. Вот так выглядит мерцающий беж, он действительно классно переливается, очень красивый. Второй оттенок — жемчужный розовый, он прям нежный, не сильно розовый, легкий. Классные тени, прям рекомендую, смело берите, всего 99 рублей. А если у вас есть дисконт, то дисконт вам даст еще скидку 20%. То есть они, смотрите, не пылят, они хорошо тушуются, друг с другом смешиваются. Прям прикольные тенюшечки. Очень-очень нравится. Далее карандаш для глаз двухсторонний в оттенке индиго и кобальт. И как раз именно этот карандаш у меня есть. Очень удобно, что два оттенка. Один идет немного в синеву, вот этот как раз кобальт, а индиго в зелень. Просто потрясающий карандаш. Смотрите, он легко наносится, не растягивает кожу вокруг глаз, не растекается, не смазывается. Легко по нему можно еще и тенями поработать, если хотите растяжечку сделать, можно какие-нибудь тени взять в тон и вот так вот потянуть, потушевать, они очень хорошо. Или просто кисточкой сделать растяжечку, чтобы глазки смотрелись более объемные. Они идут с легким блеском, смотрите, то есть прям идет такой отлив небольшой, особенно у синего это здорово заметно, то что идет некая переливчатость. Рекомендую, отличный карандаш именно в этом цвете, прям пользуюсь, особенно летом, с огромным удовольствием. Есть карандаш для бровей по 99 рублей. Чем хороши эти карандаши? Многие девочки отметили, что ничуть не хуже, чем карандаш серии Giordani Gold, и берут с удовольствием, хватает их надолго, полноценные классные карандашики. Следующий продукт — это бесцветный
восковой карандаш для бровей, 139 рублей. Что делаем карандашом? Фиксируем брови, укладываем, и они становятся такие блестящие и холеные. Итак, следующая страничка у нас идет баночка для хранения, вернее контейнер для хранения ватных дисков. Тоже удобная штука, то что сверху закрывается крышечкой, не попадает пыль, да, все гигиенично закрыто, а внизу есть специальное отверстие, откуда мы вытаскиваем один диск за другим. Следующий продукт — пудра, серия On Color, 249 рублей, 3 оттенка. Пудра по качеству очень даже приличная, я пробовала, делала тест-драйв этой пудры. Единственное, что я не помню, есть ли тут зеркало или нет, но давайте попробуем найти в описании. В описании я тоже этого не вижу, честное слово, вот не помню по поводу зеркала. Очень большая вероятность, что его здесь нет, потому что обычно в On Color серии как бы мы понимаем, что экономия идет за счет упаковки. И, например, помады, посмотрите, у них очень простой дизайн, но они классные по качеству. Серия On Color очень радует. Мне понравилась помада Мерцающий Нюд, 119 рублей будет эта помада. Понравилась по качеству, но вот оттенок, я, например, ожидала, что нюд — это будет что-то очень светлое такое, нюдовое, а здесь просто вот прям яркий-яркий коралл. Даже яркий апельсин, я бы сказала. При этом идет классное мерцание. По качеству помада просто шикарная. Я всегда удивляюсь, что такая низкая цена и такая классная помада. И есть два, то есть три оттеночных бальзама, но они вот будут прям прозрачные, легкий-легкий оттенок, и они приятно пахнут. А вот двухсторонний стик-карандаш для глаз и для губ я не оценила. У меня было два оттенка. Один был розово-синий, второй был как раз вот... А нет, здесь такого нету. Был еще нюдовый один. Вы знаете, у меня дочка ими пользуется, она говорит, какие они классные. Но я не могла их поточить, то есть я не могла их сделать заточку, поэтому я ими не пользовалась. Следующие продукты по уходу за лицом — это защитный крем-флюид против пигментации с SPF 35, сыворотка тоже против пигментации и мультизащитный дневной крем с SPF 30. То есть вся серия нацелена на борьбу с пигментацией, чтобы у нас было, как сказать, все красивое, все ровненько и так далее. То есть смотрите, защитный крем-флюид, он идет с выравниванием, то есть он выровняет ваш тон лица, поэтому это тоже очень удобно. Мне очень понравилась сыворотка, она легкая, такая невесомая, мы ее под крем наносим, даем впитаться, сверху крем. А вот мультизащитный дневной крем — это просто песня, очень понравился. Что удобно? Объем 30 миллилитров, есть такой дозатор, но нужно будет переворачивать тюбик, чтобы использовать крем до конца, то есть легким нажатием на тюбик крем выдавливается нужное количество. Это, конечно, тоже очень удобно, намного лучше, чем лазить пальцем в баночку, чего делать точно никак нельзя. Следующие продукты — это два бустера. Один бустер у нас идет успокаивающий, то есть для чувствительной, для сухой кожи. Второй идет антиоксидантный бустер для лица Optimals по 299 рублей, и отшелушивающий скраб для лица. Вот, кстати, скраб пробовала, очень нравится, просто невероятно классный продукт, поэтому тоже можете смело его заказывать. У него такая мелкая-мелкая идет, мелкие отшелушивающие частицы, он сам кремовый, просто прелесть. Как выглядит бустер? Вот смотрите, это такой флакон с пипеткой, и мы берем вот так каплю, одну или две капли выдавливаем на чистую ладошку, добавляем крем, смешиваем и переносим на кожу лица. То есть отдельно бустер не используется. Некоторые думают, что это сыворотка, которую можно взять, нанести, а сверху крем. Нет, его нужно смешать с кремом и только потом наносить. Клиенты все в восторге от этих продуктов. Многие у меня брали бустер. Я сама его постоянно заказываю, потому что мне нравится. И, конечно же, рекомендую всем. Следующая страничка – это продукты. Первый – крем клюквенный для рук. Он будет маленький. Примерно, вот смотрите, вот такой тюбик, 30 мл. Это я вам просто для примера взяла. Он идет в коробочке, у него очень приятный аромат, он просто, ну, невероятно приятный. А второй продукт — это осветляющий крем для лица с SPF 10, серия
у нас такая доступная. В этой серии также есть и очищающие продукты, и скраб, и осветляющий крем. Он поможет выровнять тон кожи, чтобы снизить пигментацию или осветлить лицо. Два очищающих геля. Один идет у нас антибактериальный, это вот розовый, а первый просто очищающий, это как помыть руки. Конечно же, я обожаю наш антибактериальный гель, до такой степени обожаю, что даже в Москве оставила в кафе почти полный флакон, очень расстроилась, потому что он такой классный, он так вкусно пахнет, и он так хорошо очищает кожу и защищает. Следующая страничка идет у нас защитный бальзам с пчелиным воском и миндалем для губ. Знаете, что интересно? Буквально позавчера мне написала подруга, скинула фотки и говорит: я так хочу этот крем для рук и этот бальзам. Она мне заказывала, наверное, в прошлую зиму покупала, и с тех пор их не было. И я ей говорю: да нет, уже сняли с производства. Она так расстроилась. А сегодня я смотрю, что этот бальзам у нас идет, да еще и по акции, поэтому обязательно будем заказывать. Антибактериальный карандаш-корректор с органическим чайным деревом и лаймом. Он наносится аппликационно на воспаленные участки кожи. И лосьон для тела с кокосовой водой и дыней. Приятный, ароматный лосьон, объем 200 мл, хватает надолго. Он такой не сильно густой, то есть я бы не сказала, что он прям жидкий. То есть хороший такой лосьончик, он легко распределяется по коже, впитывается классно, кожа такая гладенькая, мягкая становится, просто чудо. Далее масло для волос и тела с авокадо. Можно с этим маслом делать вообще и массаж, и наносить на волосы, наносить на все тело, делать в ванночке. У меня сейчас в руках миндальное масло, поэтому я вам просто показываю, какой флакон. То, что здесь объем 100 мл, его надолго хватает, и берите смело, потому что масла в Орифлейм чудесные, просто им нет равных. Так, жидкое мыло для рук. Жидкое мыло для рук. Просила Мишу достать, но он, видно, забыл. Ну ладно. 300 мл объем. Здесь у нас будет аромат грейпфрут и яблоко. Это просто нереально вкусно, классно, удобный дозатор. У меня везде в доме стоят такие жидкие мыла от Орифлейм. Они очень крутые. И мыло Vita Kea серия. Сочный лайм и имбирь. Кусочек идет 65 грамм, тоже ароматный, хороший. В общем-то, мыло достаточно классное, но если выбирать между серией Discover и Vita Kea, я, конечно, выберу Discover серию. Аксессуары, которых нам так не хватает, ну, вот иногда бывает в каталоге Выгода Плюс. Здесь у нас идет ожерелье со снежинками, такими ажурными, классное, прям длинное ожерелье, его можно полностью распускать цепочку, два раза обматывать вокруг шеи. И сумочка, крутая сумка с металлическими бахромой, с металлической цепочкой, она стильно выглядит. Прям очень классная сумка, всего 999 рублей. Носочки в красивой упаковке, пушистенькие, такие мягенькие, как плюшевый мишка. И тапочки, такие сапожки-тапочки для дома, всего 599 рублей, они с пайетками. Я знаю, что многие девочки их берут только для фотосессий, потому что они так красиво смотрятся, особенно в новогодних фотосессиях, тоже вам как идея. Следующая страничка для сладкоежек, которые хотят постройнеть. Это наши крутые батончики протеиновые с кусочками шоколада и с кусочками ягод, с ягодками, прям с ягодками. Очень вкусные, классные, вот так они выглядят. В коробке идет у нас по 7 штук. Вот такие батончики. Как раз я коробку открыла, и у нас вот 3 штучки еще осталось. Смотрите, что внутри. Давайте посмотрим, что внутри. Они очень питательные. Вот этот маленький батончик, я его съедаю, и для меня это более чем полезный здоровый перекус. Смотрите, здесь прям кусочки шоколада. Он очень вкусный, он не сладкий, сразу вам говорю. И сначала, когда я его ела, ну я так не оценила прям вот его вкус, а потом, знаете, прожевала. И понимаю, что вкусный, хочу еще кусочек. С таким удовольствием съедаю целый батончик. Удобно брать с собой в дорогу. Или если вы знаете, что надо будет перекусить, но чтобы не покупать что-то неполезное, даже вредное, то лучше взять с собой такой батончик, и пусть он вам принесет только пользу и здоровье.
Вот, по-моему, мы с вами подходим, приблизились к концу. Здесь нас ждет набор. Потрясающий аромат эклафам, восточный, цитрусово-древесный, мандарин, жасмин, сандал. 50 миллилитров чудесного, очень вкусного, стойкого аромата. Аромат считается классическим. Вот мой аромат. И идет в наборе с кремом. У меня нет такого крема, но я вам хочу показать бочонок. То, что здесь 250 миллилитров будет. Вот такой же бочонок, только будет аромат точно такой же, как и в парфюме. То есть вы нанесете крем на тело, потом после душа, потом сверху добавите аромат, и представьте, у вас аромат станет более ярким, более стойким. От всего тела, буквально от макушки до пяточек, будет один аромат, ни с чем не смешивается. Это самый лучший вариант. И, конечно, это классный подарок, потому что аромат нравится очень многим женщинам. Кстати, можно заказать пробники ароматов. Поищите на сайте. Здесь, к сожалению, не указано, какой код пробника. Но обычно в каталогах, в полноценных каталогах, печатают всегда рядом с ароматом. Код пробника вы можете найти, заказать, подегустировать и определиться, нравится, не нравится, хотите вы такой аромат себе или в подарок. В общем-то, это классный вариант. Я вас благодарю за внимание. Если видео полезное, ставьте лайк. И до новых встреч. С вами была Лилия Донскова. Пока-пока.